Не в танках. Только Фредеру и Копус. А нет, уже Каплан забыл поднять. Всем привет. Здорово. Thank you.
Тут очень оживленная беседа идет, не мешай, пожалуйста. Веру, шаман.
Что привело тебя сюда? Я могу чем-нибудь помочь? Удачи! Могу быть полезен. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Мои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, бросающий Биви. Твой герой! Let's go.
схватки с близнецами и чудовищами. Следующего бойца на арену выходит ледяной лёд. Сражайтесь или погибнете, герои! Сейчас великий чернокнижник Вилфред не попал. Призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Благодарю, Верховный Лорд! А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к сотрению!
классным Вилфредом Небобамсом, мастером при... Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Джарацус, эретанский повелитель пылающего легиона! Малышка, беги! Служить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителей демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем! Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет! В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда! Лишь победив их, вы заслужите достойную награду! Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости! Позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду!
Иначе поможет. Беги, малышка, беги! Thank you.
полная победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Я пока не могу использовать способность.
король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Жи ледяную скорбь. Я люблю тебе заслуженную смерть. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг.
Геро. Сначала жуков. Пожаловать на испытание крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Хранит тебя свет. Да будут дни. Открой свое сердце свету.
использовать эту способность. Диск? Да.